Друзья, мы развиваем ММА, и, к сожалению, в связи с тем, что это травмоопасный вид спорта, часто бывает такое, что за день или в последний день, или за два дня до соревнований соперники получают травмы, и, соответственно, приходится отталкиваться от того уже, кто захочет выходить в последнюю секунду. Держать! Друзья, давайте поаплодируем. На первой минуте, 10-й секунде, техническим нокаутом победу одержал боец синего блайта Максим Саров.